Всем привет. Сейчас послушаем колонки, которые я сделал, обещал вам показать, как они играют. Честно говоря, я их еще сам толком не слушал, поэтому будем все это делать вместе с вами. Хотел послушать их с помощью вот этого компьютера. Но компьютер простоял долгое время без дела, примерно, наверное, год, а то и больше. И как только я его включил, он начал сразу обновляться и просить всякие обновления. Короче говоря, пользоваться им практически невозможно. Сейчас стоит, обновляет винду. Хотел его подключить проводом через звуковую карту обычную, но, видимо, и это не судьба. Поэтому слушать будем эти колонки с помощью моего усилителя Джона Линслихуда. В качестве предварительного усилителя будет ламповый тракт. Ну и при этом еще слушать его будем через Bluetooth. Вот он. Горит синеньким цветом. И слушать его будем вот с этого компьютера. Поэтому, что получится сейчас сказать заранее трудно. Но тем более это будет любопытно. Итак, я предлагаю начать. Сначала, наверное, послушаем колонки Yamaha. Мы их уже раньше слушали. Сейчас еще раз посмотрю, какая у них марка. Ну вот такие Yamaha. Yamaha NS50F. Послушаем сначала на них несколько треков, а потом перейдем на ту акустику, которую сделал я. Ну и так, слушаем сначала Yamaha. Thank you.
Thank you.
этом я бы и хотел закончить наше прослушивание. Но остается еще один момент. Еще так называемый один неосвещенный момент. И это Жора. Жора хотел нам спеть. И я думаю, надо ему дать такую возможность. Микрофон стоит на том же месте. Слушаем через усилитель Джона Линдслихуда на моих самодельных колонках из автомобильных динамиков. Night turned cold, the stars looked down, and you hung yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a strangest coat, no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me, my only friend? Who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly is empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, you're too dumb to steal. You search the city for your only friend. No one would you see. You ask yourself, who could it be? A solitary voice speaking out, set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person ever got to know, but it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who would lay down his life for you and I, I had спасибо за то, что посмотрели. Выскажите свое мнение, напишите свое мнение в комментарии. Если что-то нашли для себя полезное, приходите еще. Всем удачи и всем пока!